Ну что, ребят, придется записывать это на видео, потому что я уже задолбался. Я нахожусь в салоне МТС. Я нахожусь в нем 14-й раз. 14-й раз в течение 2 месяцев я пытаюсь уйти из МТС. И 14 раз меня бреют по полной программе. Всю длинную историю я буду рассказывать немножко позже, а сейчас просто посмотрите реакцию на меня, как на недоброжелательного, так сказать, клиента, на ненужного им клиента у оператора. Вот этот человек старший сейчас по офису. Он вот так со мной сейчас общается. Вы слышите, что я вам говорю? Я работаю с клиентами. Вот следующий оператор. И все, что сейчас происходит, все это происходит только потому, что я пытаюсь уйти своим номером, сохранив свой номер из МТС. Я не могу поменять даже тариф. А каждый день мне по старому тарифу, по корпоративному тарифу, выкатывают несусветные суммы на 2 неработающие нынче симки. И уйти из МТС невозможно, ребята. Прийти в МТС просто. Уйти из МТС будет вам крайне сложно. Просто довели. 2 месяца битвы за возможность выхода из этой мафии. Просто достали. Продолжение следует. 23 минуты, проведенных в салоне МТС, увенчались вот такой реакцией. Оператора. Я не буду бросать клиента, пока ничего не доработал. В результате я в очередной раз ничего не получил. Все остальные девочки развели руками, сказали, что не вправе и невозможно поменять тариф или выдать мне требуемый мне договор с МТС. А на сайте МТС написано, что для перехода я обязан в салоне при предъявлении паспорта получить договор. Договор мне здесь никто выдать не может. Разводят руками, убирают глазки и не понимают, о чем вообще идет речь. И это 14-й раз, ребят. Попробуйте уйти из МТС и расскажите мне о вашей истории. А я над вами поржу, если вы это сможете сделать безболезненно и за один приход. Или удивлюсь очень сильно. Вот это вот приколы нашего городка. Я думаю, что это по всей стране. Это просто воровская контора. Вот и все. Я несколько лет платил безоговорочно этой фирме. Но при попытке уйти, оказалось, что я за последние 2 месяца им отдал уже 18 тысяч рублей. Представляете? 18 тысяч рублей за попытку выхода из мафии. Мне тут же переключили тариф в одностороннем режиме, навешали всего, чего только можно навешать, и все это снять я уже не могу, потому что с этого тарифа я перейти по какому-то неизвестному принципу не могу. Я могу только потерять свой номер. На этом номере висит вся реклама предприятия. Как вы думаете, что мне теперь делать? Вы можете со мной попытаться не общаться. Девушка, вы поймите меня правильно. Я 2 месяца пинаюсь из салона в салон. 2 месяца меня выпинывают из каждого следующего салона, каждый следующий оператор. 2 месяца я разговариваю с представителями МТС. Вы были на 4-м этаже? На 4-й этаж мы уже созванивались несколько раз. И с Розой Александровной, или как ее отчество, не помню точно, мы уже общались лично, по телефону. Что она сказала? Она сказала, что вы можете зайти в любой салон МТС и распечатать договор с МТС. Все, что мне от вас сейчас нужно, распечатать договор и перевести тариф на тариф Smart. Это можно сделать в любом салоне МТС. Перенести тариф не получится, а договор распечатать, да? По какой причине вы отказываете мне в моем законном праве? Я стажер, я вообще вот этих вещей в МТС еще пока не узнала. Я не знаю, можно, нельзя. Мне сказали, как меня обучают, говорят, что нельзя с корпоративного тарифа перевести на физическое лицо. На такой тариф нельзя. Отлично, здесь есть не стажер. Мы остались 2 стажера.
все сотрудники, которые уже не стажеры, они ушли домой. Прекрасно. Распечатайте мне, пожалуйста, договор с МТС. В порядке, очередь, у меня рассрочка. Хорошо, у нас есть свободный оператор в этот момент? Распечатайте мне, пожалуйста, договор с МТС. Я не могу уже не снимать. Уже не могу. Какое право имеете нас сейчас снимать? Вы находитесь на работе. Вы не частное лицо, вы представитель компании. Я имею полное право вас сейчас снимать, как представителя компании. Директор меня проигнорировал. Мне необходимо было отвезти своих детей на занятия. Я это выполнил. И я вернулся снова для того, чтобы сделать свои дела. Если вас это не устраивает, попробуйте мне предъявить за это. Мы стажеры, с нас мы вообще как бы не обязаны. У нас даже нет доступа к программам, где нужно печатать договор. Вот так я вам даже скажу. Покрупнее, можете приблизить. Ну, кстати, вы мне дали хорошую идею. Я думаю, что это необходимо сделать. Мобильный телефон ваш. 8-9-2. И вот этого цирка я уже насмотрелся, ребят, выше головы. Я видел, как при мне пытались уволить сотрудника за якобы неправильно оформленные документы. То есть при мне уже два раза вышибали девочку. Причем одну и ту же, в одном и том же салоне. Один и тот же человек. Он просто забыл, что он делал это при мне. И эта клоунада, она продолжается уже достаточно давно. Но самое прикольное, что по тем двум номерам, которые я до сих пор так и не смог вытащить из МТС, я их пытаюсь вытащить, ежесекундно капает какая-то тарификация. Причем такая бешеная тарификация, из которой мне не выползти просто. Если я не переключусь на другую сим-карту, или, ну, то есть не сохраню номер на другого оператора, или не вырублю его вообще. Так даже и вырубить-то я не могу этот номер. Мне не так-то просто это сделать. Потому что каждый раз, когда я приезжаю, обнулив все долги, полностью обнулив все долги, мне опять отказывают в любых действиях, потому что за это время натикали новые долги. Все очень просто. Это, ребят, развод. И если вы, конечно, все еще верите, что это красное яйцо принесет вам счастье, подписывайтесь сюда. Я подтопал отсюда. До свидос.